Всем привет, дорогие друзья, с вами Вадим, и сегодня мы с вами снова возвращаемся в игру, которая называется SCP Chambers. Вроде как вам эта игра понравилась, да и тем более она за эти полмесяца набрала довольно-таки хорошие обороты по сравнению с остальными играми. Ну, я решил, почему бы не записать по данной игре продолжение. То есть, пока я не снимал видосы, хотя... О, здорово. В общем, пока я не снимал видосы, хотя я записывал по этой игре только один видос... то есть тут пофиксили voice-чат и исправили... Ну, нет, ничего не исправляли, кроме voice-чата, а именно исправили только voice-чат и улучшили оптимизацию. Хотя я тут не совсем заметил, как она улучшилась. Ну, короче говоря, не мне виднее. А виднее только разработчику, наверное. Ладно, в общем, кстати говоря, о voice-чате. То есть я тут буквально вчера, что ли, играл. Ну, хотя на самом деле даже не играл, а по сути просто тестировал запись. И вот эти странности, они сразу начались, когда только пофиксили voice-чат. То есть, все было примерно так. Кумир, кумир, собачка, я мир. Собачка, я мир, я мир, я мир, я... Вот так вот Дэшки решают мир, проблемы с собаками, давай, а вернее с ящерками. Мне не надо кусаться, давай мир. В натуре. Давай мир, собачка, собачка. Ой, господи, что происходит в этой игре? Я вообще не понимаю. Ой, вот и закончился у нас цирк со смертельным номером. Короче, тут сейчас какой-то чувак, короче, что-то пытался сказать в интерком. Ну, в общем, вот такой вот фрагмент, ладно. Теперь уже не буду медлить. В общем, сегодня у нас будет, так скажем, попытка сбежать из комплекса. То есть я надеюсь, то, что у нас все получится, потому что я все-таки сбегал уже отсюда не раз. О, да, конечно, да. Кто бы мог подумать, блин. Ученый, беги, если ты меня еще сейчас не... Только посмей меня еще расстрелять. О, нет. Эй, собачка. Ну, точнее, не собачка, а... Это, так скажем, простонародье собачка, а на самом деле это SCP-939-53, по-моему, если не ошибаюсь. Ой, схавает же сейчас. Не, ну здорово, ящерка. Тебя погладить можно, эй? Стой. Да чё ты ко мне... Ой, подожди. А я не понял, а типа учёный он более, это, аппетитно выглядит, да? Слушай, ящерка. Кстати, вроде как ящерка, она не видит, как двигаются люди. Стоп, нет, неправильно рассуждаю. Она не видит тех, кто вроде как издает шумы. Но в таком случае, скорее всего... Блин, что-то вообще фигово. Так, ладно, давайте возьмем, почему бы и нет. О, SCP через 420. Две рации, серьезно. Давайте выкинем. Все, извиняюсь еще раз за это. Так, все. Давайте юзанем SCP-420G. Ну и все, нас, короче, грубо говоря, всрало. Так, ладно, погнали. Блин, я, короче, еще и потерял ящерку с ученым. Ну, походу, я... Ну, я, короче, надеюсь, то, что ящерка уже сытая. Кстати говоря, мы с вами ни разу... Что это? А, показалось. Короче, мы еще с вами даже не нашли ключ-карту. И это меня уже немного разочаровывает. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас мы с вами пройдемся еще. О, смотрите, что это. Это у нас маска. Но эта маска необычная. Когда мы ее одеваем, мы с вами отправляемся вот такое вот... так скажем, интригующее таинственное измерение.
То есть, я на самом деле сам мало чего знаю об этом измерении, но тут вроде как... тут какие-то места, типа, в форме какого-то здания, что ли, если не ошибаюсь, должны быть. То есть, вроде как в SCP Containment Breach это было так. В общем, тут еще вроде как были какие-то чуваки, которые... Слушай, а можно вернуться, а? Я передумал что-то, я хочу дальше рассказывать. Можно, да, скромник? Или мне все-таки идти проходить дальше? Потому что как-то сейчас не лучшее время. Потому что скромник, он как бы где-то рядом ходит, и я как бы не хочу наткнуться на все эти неприятности. Ну хорошо, я взял уже эмочку. Ну хоть что-то как бы. О, смотрите, а вот и ключ-карта. Она, кстати говоря, тут тоже бывает. Ой. Забыл немного, хорошо. Ну, забыл, с кем не бывает. Почему бы и нет? Так, а что у нас здесь? А, я понял вас. Так, ну давайте юзанем. Ключ-карта второго уровня. Что-то мне вообще прямо везет на ключ-карту второго уровня. Хорошо. Сейчас мы с вами... Кто балуется с интеркомом? О, аптечка из ниоткуда. Кто-то все-таки в интеркоме врубил войс-чат, но они молчат, короче. Я вот опять на ходу придумываю рифму, типа вот это, войс... Использовали войс-чат, но все равно молчат. Вот серьезно, я вот сейчас слышал, как бы, как у них там из динамика вот эти звуки выстрелов. Ну, блин, ну понятно все с вами, ребята. Теперь все я понял. То есть интерком работает нормально. Кто? Подожди, что? А куда кнопка делась? Подожди. Ой, стоп. Тихо. Тут кто-то есть. Отвечаю. Кто-то есть. Так, подозрительная Тесла. Я как-то даже не хочу к ней подходить. Убьет сейчас по-любому. Войс-чат кто-то включил, прикиньте. Охренеть. Я слышал сейчас какого-то человечка. Ой. Так. Ладно, пробежим. Так. Раз. Не бей меня, пожалуйста, Тесла. Я же через нее нормально прошел, вы чё? Так, хорошо. Ну ладно. Так уж и быть, блин. Все, давайте теперь, короче, сейчас просто на полном серьезе. Я сейчас буду просто вот как пофигист бежать куда-нибудь. И я надеюсь, то, что сейчас уже наконец-то все будет. Мужик! О, заморозится. Мужик! Дед, ты там все... Слушай, чувак, а как тебя зовут? Мужик страшный! Какой, блин, мужик вообще? Не, ну если ты про Дэшку, да, он мужик такой прямо. Взрослый, правда, преступник. Или... преступник в прошлом. Ну, ладно, я не буду как бы об этом уже ничего такого говорить. Блин, я хочу за этими пацанами пойти, потому что это очень высокоинтеллектуальные люди. То есть вы сами все видели. Мужик, ты где? Блин. И вправду высокоинтеллектуальная. Слушайте, мне прямо интересно стало. Вот я просто, вы знаете, я просто, по сути, уже как бы и забил на это все. То есть забил на то, что тут все будут использовать войс-чат. И нет, они его используют. Слушай, а кто тут мужик-то? Блин, да... Здравствуйте, можете мне тоже сказать что-нибудь? А, да, конечно, могу. А меня зовут Воджимка Невидимка. Так, и я не знаю просто, что ему говорить, я просто пытался сказать что-то не банальное. Ну, короче, ребят, я пытался. Если это было не особо смешно, то я, конечно же, за это извиняюсь. Короче, ладно, не суть. Ой, блин, уже стырили карту, ну молодцы. Короче, знаете, что мне тут не нравится? То, что тут как бы...
не особо такие взрослые люди, что ли. Ну, знаете, как бы это вроде и забавно, но вроде и печально в то же время. Так, ну хорошо. Ну, хотя бы это единственный человек, который тут вообще что-то говорит, но, знаете, это не всегда удобно, по-моему. А это вообще тот самый чувак? Так, ну хорошо. Раз он решил со мной ходить. Ой, стой, ты чё? Так. Мне не нравится эта Тесла. Я понял. Значит, она теперь работает нормально по таймингу, что ли? Серьезно? Стой, а где Дэшка-то? Ну, походу, все, до свидания, Дэшка. Короче, все, пофиг. Тихо, куда ты идешь? Опа, и все, погнали. Тесла стабильно работать начала. Сейчас сдохну, смотрите. А, не, не сдох, нормально. Так, ну все, главное, что я прошел через эту Теслу, и дальше как бы проблем у нас нет. Все. Короче, мы с вами сейчас продолжаем подниматься. Кто? Что? Я понял, что это был за SCP. Все, ребята. Знаете что? Я в шоке. Это дерьмо мне просто не дало сбежать. Нет, этот SCP, конечно, классный, но как-то он не особо вовремя. Он просто там. Спасибо тебе, блин. Хорошо, все, ребят, сейчас у нас будет, короче говоря, спидран. Все. Я как бы уже устал это терпеть. Я просто не хочу вот слушать всех этих высокоинтеллектуальных людей, потому что ну, все равно как бы дело говорят, чудо не докапываться ко мне. Ну, как бы, в принципе, все логично. То есть мы сейчас с вами просто идем, в интеркоме пытаются что-то сказать, но в итоге они все равно ничего не скажут, а я просто бегу. Все. Вот просто на пофиге. Или как это еще сказать? На похере, на пофиге. Так, опять тут, короче, какие-то дэшки, блин. Блин, не нравится мне это на вот эта дорога. Так, хорошо. Это я куда иду? А давайте чекнем, почему бы и нет. О, я возьму это. Пока. Это, короче, омни-карта. Она открывает абсолютно все двери. Она мне просто дает доступ к абсолютно всему. Все. Стоп, что? А, я подумал, он зомби стал. Хорошо, Дэшка. Блин, ну на самом деле не особо прикольно то, что... Блин, я понял, в чем прикол. Вот этот огненный SCP, короче. Он там, короче, зафигачил огня. Так, еще раз. Проверяем. Все, побежал. Это надо, по-моему, по несколько раз делать. Так, тихо. Все, погнали. Дыхалки хватит, в принципе. Все, пробегаем. Рейху конец. Кому конец? Кто должен быть уничтожен? Ну, блин, мне не особо как бы радует то, что в игре такая аудитория, но, в принципе, я до этого докапываться не хочу. Вот оно самое место, которое мне не особо нравится. Давайте тогда пойдем поверху, что ли. Хотя тут, наверное, будет кое-какой прикол, который я узнал за кадром. Ну, блин, я же слышу, как этот черт там огненный там что-то делает. Так, ну... Да, это не пофиксили, хорошо. Разработчик, уважаемый, если ты это видео вдруг смотришь, то я тебя просто умоляю, пофикси этот баг с лестницей. Я вот серьезно. Это просто проблема для всех игроков. Ну сейчас я сдохну, я понял уже. Понял, понял, понял. Тут, короче, дед побывал, все, я побежал. Опять я, короче, рифмую на ходу, все. Я даже не буду
задумываться, хаос пошел там спасать других, я имел в виду. Так, все. Так, ну хорошо, давай. А, провожает, хорошо. Ну, как бы мне не надо, я и сам направление знаю. А, гейт открыт уже. Хаосит, иди сюда. Ну, поскольку, смотри, стой. Ну, конечно, блин. Пока. Блин, я, короче, хотел ему мне карту отдать, а в итоге я... Прикольнулся, что ли? Ну, ладно. Короче, вот так вот мы с вами выходим. Очень странно. Кстати, FPS заметно поднялся. И это хорошо на самом-то деле. Так, хорошо. Тут у нас вроде как вертолет добавился. Да, тут у нас добавился вертолет. Так, хорошо. Ой, смотрите, стоп. А куда его голова делась? Блин, что-то не понял. Слушай, а как ты управляешь вертолетом, если у тебя головы нет? Ты киборг, что ли, какой-то? Нужна карта В смысле? У меня карта, она же от всего, что можно. А тут, блин, ключ карты 10 уровня? В смысле? Так, разработчик. Можешь сказать поподробнее, где я могу найти ключ-карту 10 уровня? Потому что я себе такой возможности просто-напросто не представляю. Ладно, мы сейчас как бы уже с вами приближаемся к выходу. Ну и сейчас, что мы с вами делаем? Мы сейчас становимся с вами хаоситом. И смотрите, что. О, тачка. У хаоситов тачка, а у МТФников... Ну, у них, короче, сами понимаете, что. Вертолет. Так, хорошо, давайте тогда отсюда выйдем. Да, господи, что ты делаешь-то? Так, все. Давайте тогда с вами выйдем отсюда и... посмотрим, как дела у наших дэшек. Ну, просто, короче говоря, походим. Посмотрим. Можете, кстати говоря, написать в комментариях, стоит ли мне играть за SCP. Есть ли в этом вообще какой-то смысл? Не, ну я, конечно, понимаю то, что как бы... SCP — это возможности, как бы. Ой. Ну чё, Ма, чё ты так со мной, а? Так, всё, хорошо. Чё-то я не понял. Слушайте, попробуйте что-нибудь еще сказать в интерком, пожалуйста. Мне прямо аж интересно стало. Или вы уже ушли, я не знаю, там куда-нибудь. Ну, короче... Короче, из меня сделали SCP-049-715. О, нас заперли, прикольно. Блин, дверь. Что там происходит? Там кого-то расстреливают? Ну все, чувак, мы, короче, тут заперты навеки вечные. О, ребят, вообще, смотрите, целая компашка СП. Чё тут, блин, происходит? Слушайте, ребят, я, короче, тут видос снимаю. Можете, короче, не знаю, как-нибудь так кучнее встать, не знаю, для превьюшки, наверное. Блин, я, короче, их попросил для превьюшки, но я не знаю, послушали они меня. Короче, ребят, у меня сейчас чат выключит, поэтому я вас сейчас слушать не могу. Блин, а жалко, конечно, я бы их и вправду бы в превьюху бахнул. Просто такая компашка четкая, просто реально.
Блин, ну это да, конечно. Так, хорошо. Ну давайте тогда что ли закончим на этом. Не, ну слушайте, в этот раз мне, в принципе, больше как бы понравилась вот эта вся атмосфера, которая происходит здесь. Ну, короче, как-то так. О, сейчас что-то скажет. Так, хорошо. Огонек ничего не хочет говорить. Я его буду огоньком называть, все. Это вроде как моделька деда, но это в то же время огонек. Так, все, хорошо. Фу, ладно. А вот и хороший повод закончить серию. Док, скажи что-нибудь. На последние слова просто скажи. А, не выходит. Они, короче, сбежать пытаются, понятно. Ой, я понял, в чем. Эх ты, падла, своего сына забыл. Я сгорю тут и стану тушеным зер... Тушенкой, короче, стану. Ну и все, мы не выберемся отсюда. Я опять с этим чуваком. Мы опять тут оставились, короче, навеки вечные. Я не знаю, что тут еще делать. Ну, короче, ладно, все. А в принципе, мне все это понравилось. Ну, короче, все. А вы уже не выйдете, все, ребят, до свидания. Я ухожу, все. 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 Уже пора завязывать с этим. Потому что мы уже довольно-таки долго играем. Я не знаю, как еще закончить серию. Я даже заморачиваться уже не буду. На самом-то деле. Ой, уже кто-то идет. Короче, все, ладно. Наконец-таки. Ссылка на игру, как всегда, будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, ставьте игру ВКонтакте. Всем удачи и всем пока. Стоп. Говорить умеешь? Короче, говорить он не умеет. Все, всем пока.